Вы видите, друзья, в Санта-Крус сегодня какое-то нашествие народу. Серферу негде запарковаться. Я не то что за себя переживаю, я-то не серфер, но просто вот мы там на предыдущем квартале, там, где место для паркинга было, мужичок там ругался, доску своей из машины вытаскивал, говорит, понаехали тут, говорит, запарковаться негде. Ну, дело такое. Декабрь. Всем нужно. Вот вы видите, перед нами там папа с дочкой. Они где-то там машину за углом поставили. И вот босичком, босичком, друзья. Ну и правильно, а где там обувь-то оставлять на берегу? Слушайте, а здесь, посмотрите, что делается, да? Свет, ты посмотришь, что творится? То есть это еще... Это один квартал, да, да. Один квартал до океана. Вот тут не только вдоль, но и поперек негде встать. Действительно, что-то очень необычное сегодня. Будем изучать, друзья, будем изучать проблему. Мы подходим к воде. У меня уж такое чувство, что там как кильки в банке должны быть в большом количестве серферы. А главное, волны нет. Волны нет, штиль полный, да. Чего набежали-то? Медом помазанным. Добрый человек, ты зачем приходил? Да. Вы видите, друзья, этот муравейник. Вот они тут по лесенке идут вниз, по лесенке вверх. Явно отлив. Вы видите песчаную полосу слева. И вообще, слушайте, ну вообще. Вот сейчас давайте я так развернусь немножко. Я не знаю, хорошо ли вам видно, тут камера такая не позволяет фокус наводить, но жуть. Действительно, Свет, я не припомню, чтобы столько было. Ну, было. Было, ну ладно. Вот вы видите, что такое отлив. Там идешь, там все по колено. Это вообще-то лягушатник. Здесь молодняк, который учится, обычно они здесь, те, кто учится на досках с инструкторами. Но сейчас я вижу и постарше народ. Ну, штиль штилем, а какая-то волна такая незаметная есть. Штиль штилем, а я что сказал? Нет, Светик, я говорю штиль. Штиль штилем, а народу... Самое главное, что отливы, люди вон далеко-далеко даже стоят по пояс в воде. Да. Обычно там глубже. Да, понятно, что здесь очень мелко. В отлив вообще волна получше, так она повыше. Ну, пойдем смотреть дальше. Вы видите, друзья, мы отошли немного, там просвет. Ну, в том смысле, что не было вот слева какое-то время, не было серферов. А тут снова они пошли. Я теперь понимаю, почему запарковаться негде, но я не понимаю, из-за чего они собрались, если волны толком нет. Вот это... И вон там тоже лестница, смотрите, вон там. Тоже они по ней идут, выходят из воды, заходят в воду. Вот тут вот внизу, видите, дядька такой. В общем, какой-то день. Может, вода теплая сегодня, я не знаю. Нет, я думаю, что они по какому-то оповещению узнали, что якобы будет все хорошо. Да. И приехали все, но уже приехали, уже что есть, то есть. Да, у них тут есть подписки всякие, там в Твиттере, там еще где-то. Там команду дали, бах, все прибежали. Тут два паренька мне попались на берегу. Я говорю, мужики, говорю, ну такие с досками тоже. Я говорю, мужики, а что у вас тут столько сегодня? Они говорят, так волна хорошая. Я говорю, правда? Я думал, какая-то special occasion. Они говорят, нет, говорит, единственное special occasion — это хорошая волна. А знаешь, на что это похоже? На что? Это вот когда лягушки размножаются, у них появляются такие головастики, которые головастики. Вот так вот плавают. Так. Вот это вот у них так головка торчит, и да, сзади две ножки. Похоже немножко, вот. Да, похоже. Ты понимаешь, вроде штиль штилем, а они как-то пришли к мысли, что волна хорошая. Не, ну вот установится, вон, смотри. Ну, нет, а вон там дальше так вообще лафа, смотри, да. Одна за другой. Ну там как раз мало народу, в основном тут там очень мало. Ну идем туда поближе, подойдем. Вы видите там за деревом церковь, и там вот иногда, ну там с известной периодичностью, вот музыку запускают.
Хорошо. Марихуаной пахнет. Откуда, не знаю. Прям стихами хочется говорить, друзья. Например, что-нибудь в Санта-Крузе без доски можно помереть с тоски. Вот, например, такой стих. Вот такая типичная растительность прибрежная. Вдохновляющие виды. Хорошо. Камни насыпают искусственно, чтобы не размывали. Волна не размывала бы берег. Ну что, друзья, вот и закончился наш субботний променад. Я надеюсь, вам понравилось не меньше, чем тем, кто тут на досках. Счастливо!